высота второго этажа. Мне так высоко не кажется. Так, строим крышу, кроем крышу. Привет. Сейчас спущусь, подожди. Так, вот тут почти готово. Осталось только металл накрыть. Вот это сейчас еще снимать надо. Ну, не сейчас, потом. Я там сейчас внутри утепляю. Утеплил, вернее, надо это. И за спаном накрыть. Здесь косяк. Ой, в том, что утеплитель 150, а бруски 200. Вот надо их натягивать. Вот сюда вон я спускаю 5 сантиметров, 6. Вот эти столбы еще мешают в центре. Короче, вот так это тут выглядит. Там вон еще раз, два, три, четыре пролета осталось. Жарко, и ноги уже очумели. На корточках тут, на вот этих брусочках. Вот это вот дождик пропускает. Ашка. Какое еще маленькое. Вон огород. Огород у меня вон до тех нижних деревьев.